В регионе стартовала детская оздоровительная кампания «Отдохнуть и набраться сил» смогут почти 120 тысяч волгоградских школьников. Одно из лучших загородных учреждений области – лагерь «Сказка» распахнет в этом году свои двери в юбилейный 25-й раз. На торжественной линейке в честь открытия первой лагерной смены побывала наша съемочная группа. С воздушными шарами, танцами и волшебным пирогом. Так весело и интересно «Сказка» открыла свой юбилейный сезон. А по-другому и быть не может. Ведь в лагере, которым так гордятся волжские трубники, удивительная природа, свежий воздух и всегда масса развлечений. Из «Сказки» действительно сделали еще лучшую сказку. Такую сказку, которую я, например, не ожидала увидеть. 5 лет тому назад я была уже здесь, на 20-летней. Тоже была хорошая сказка, но эта сказка вообще. Чтобы сказка стала реальностью, руководство Волжского трубного завода делает все возможное. У ребят уютные спальные корпуса, отличная спортивная база, библиотека, работают кружки и мастер-классы по самым разным направлениям. Словом, все, чтобы летний отдых школьников был максимально насыщенным и разнообразным. Это будущее города, будущее завода, будущее трубно-металлургической компании. И здесь созданы все условия для нормального развития ребенка. И физическое развитие, интеллектуальное, и умение, и возможность работать в коллективе. Пока завод устойчиво работает, безусловно, свою социальную сферу он будет поддерживать. Первая смена «Сказки» в честь 70-летия Сталинградской битвы. И для детей солдаты войны – это супергерои. Экипаж, «Искрята» и «Красная звезда». У 10 отрядов не просто оригинальные названия, все они объединены одной темой. Море впечатлений. Недавно мы заехали. Очень интересные мероприятия проходят, очень разные кружки. Скучать нам тут не приходится. У нас очень дружный отряд, очень хорошие вожатые, воспитатели. Ежегодно в «Сказке» отдыхают 1500 маленьких волжан. И это не только дети металлургов. В этом году возможность зарядиться яркими впечатлениями лета и встретить здесь новых друзей получили и ребята из социально незащищенных семей. Волжский трубный завод выделил 100 благотворительных путевок городскому и областному детскому фонду. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Автоба».